Убегай, Серега, он может убить. Убегай, убегай. Ах ты ж, блин. Ах ты жопа. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox. Режим симулятор качка. Серега, поздоровайся. Всем привет. Если и пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Мы решили сегодня с Серегой стать качками. Серега, ты уже, кстати, подкачался. Да. Так, давай вкратце пробежимся по режиму, посмотрим, что здесь. Потому что мы этот режим не играли, мы сразу зашли и начали записывать первое впечатление. Если этот ролик наберет 3000 лайков, то мы запишем еще этот режим. Так, давай пока исследуем. Так, смотри, какую, Серега, я могу... О-о-о. Давай, как сейчас сидим. Это получается... Кликать надо тут, я понял, я понял. А чё у неё ничего не добавляется? А, нет, добавляется, добавляется. Так, я понял, а как отсюда выйти? Серёга, как... Пробел. Я знал, я проверил, видишь, что ты шаришь? О, чё ты выше меня? А чё, нельзя? А у тебя, кстати, гантели есть. А, я понял. Убегай, Серёга, он может убить. Убегай, убегай. Ах ты ж, жопа. Он и меня убил, да ладно! Ну все, это дрыщ от меня получит. Где он? Я сейчас буду... Получается, мы... А мы такими же остаемся или дрыщами поем? Не, такими же, да, остаемся? Мы такими же, мы такими же, мы качаемся. О, у меня левел поднялся, Сережечка. О-о-о. Это же очень круто. А что-то там горит, давайте посмотрим. Так, на shift нельзя быстрее бегать. Ты где? Ты идешь, ты тоже зеленым светишься. Ребят, очень классный режим, мне нравится. Всегда все хотят в детстве стать качками. Благодаря Roblox вы можете им стать. Опа, опа-па. А ты собрал или я собрал их? Что собрал? Ну, тут такие штуки лежали, звездочки, ромбики там. У тебя их нету? Кстати, смотри, тут есть статы, статс нажать. Да. И ты там видишь свою силу, скорость. Мы почему такие медленные? Потому что мы это на беговой дорожке не бегаем вообще. А-а-а. Значит, нам надо что? Беговая дорожка. О, как раз пойдет, Дим, давай. Занимаем каждый свою. И все, вот так просто бежи. Слышь, челик хочет меня побить, отвали. Беги. Давай, давай, давай. Серега. Нет, я буду как типа... дурак. Я буду петлять как дурак, а он не попадет по мне. Ребята, как всегда. Пока, пока, чего. О, я сяду, я буду... А, блин, бомжара убил меня все равно. Серега, он ходит? Он на меня сагрился, да? Серега, я так понимаю, что когда он нас мочит, у него добавляется больше опыта от нашего, да, падает? Или что? Наверное, может быть. Симулятор качка. Мы будем качаться, мы его порвем, Дим. Да? Да, представь, сколько надо качаться, 1000 000 серий надо. А ты... Да смотри, он нас убил, что у него в руках, ножичек или бита, бита была. Вон, руками, не, голыми руками. А, то у него руки как бита, я помню. Ребята, настроение классно, надеюсь, вам понравится. Поставите лайкосик, подпишитесь на наш канал, потому что ролики выходят каждый день. И не забываем подписываться на мой ТикТок, нас уже больше 60 тысяч. Все ссылочки вы найдете в описании. Блин, задрал меня убивать. Так, я кликаю, надеюсь, это мне как-то поможет. Уго, чувак. Там качка завалили. Да я вижу, это его убили, да? Да. Так, у меня уже 126, это сверху наши качки, это? Да, что это? Сила, сила. Это она плохо добавляется, давайте гантели попробуем. Так, я не понимаю, что лучше, гантели или это ж... Ты ж, опять этот челепиздрик бежит. Я сейчас буду его бить. Так, двоечка, а ну иди сюда. Мочи его, Дим. Ой, я тебя убью. Ничего, 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 мочи, мочи его, Серега. Я ему 10 хп снес. Я вижу, я вижу. Мы его сейчас, Серега, убьем. Он живучий, смотри. Ничего, ничего, ты уже такой, как он, в принципе. Ты можешь его завалить уже. Я длиннорукий. Я так, ты сильнее его. А он на меня, смотри, агрится, падла. Ты что думал, не на того нарвался? Блок можно правой кнопкой мыши ставить. Ты чё вообще именно попутал, рамсы, челепиздрик? Ребята, а ну-ка, давайте, ставите лайки, мы его побеждаем. У тебя мало хп. Я ничего, ничего, ничего. Главное, что у него и тоже мало. Ах ты бомж! Fucking shit!
Ну хорошо. Этот говнюк пришел. Убил нас, да? Так, здесь еще кто? Где ты ходишь? Я тебя не вижу. Ты дурак, что ли? Ну давай. Ого, у него 156 урон. Да что это? Может какая-то... Надо штука какая-то, которая жизни добавляет. Тут, короче, каждый снаряд добавляет какие-то штучки нам, да? Да. Выносливость. Дима, тут дрыщ, это качка завалил. Да я видел, он меня тоже с одного удара вырубил, кстати. Дрыщ. Дрыщ вырубил качка, гениально. Качаемся. Я уже, Серега, как ты. Хотя нет. Да. Почти. О, у Сережки левел. Ага, с 200-го, да? Какой у тебя номер там сверху? 131. А у меня 202. А что это за вопрос постоянно? Yes, no, что-то вы там хотите, не? Это кто-то предлагает нам присоединиться. Дима, беги! Слышь, отвали! Да я медленный, как дрыщ. Надо нам побегать с тобой. Ах ты, смотри, надо, короче, бегать, да, постоянно? Да, надо на вот эту беговую дорожку встать и бегать. Опа. Да нафиг, кто нас догонит. Короче, тут по карте разбросаны всякие штучки. А если просто бегать без беговой дорожки? Не, вообще что-то не прибавляется. Это именно на беговую почему-то я заметил. Так, Серега, я тебя жду на беговой дорожке. Я вот уже на ней. За мной бегут те эти громилы. Беги от них. Да, пацаны, отвалите, я же добрый. Я пойду звездочки пособираю. Здесь всякие какие-то звездочки, фигозвочки. Бонусы всякие. Да. Мы сейчас все, ребята, пособираем. Тут портал куда-то есть. Проверить, может, портал, куда он идет. Кайгам, only accept serious lifter. Короче, для самых мощных только туда, где бои происходят. Вижу, вот, вижу беговую дорожку. Я уже намного быстрее начинаю бегать, я заметил это. Да? Да. Так что, ребята, если вы хотите, чтобы мы еще этот режим записывали, напоминаю, 3000 лайков, мы будем прям качаться, и через несколько серий мы прям вообще будем мощными мужиками. Так, я вижу, добавляются, да, такие эти молнии этот, появляются на экране, это значит то, что у нас что-то происходит с организмом. Я уже такой шире становлюсь, Серега, уже не такой телепиздрик. Да, тоже, Дим, заметил я. Так, а сколько же надо бегать-то? Ну вот, у меня уже 9.24. Да? А у меня 0.02. А, то падает столько, я понял. А где ты смотришь этот бег какой? А там на беговой дорожке написан твой никнейм и твоя скорость спид. Вижу, 9.16. 9.2, странно как-то. А, тоже 16 сотых, а это 2 десятых. Во. Хотя бы не знаю, сколько надо нам хотя бы, можно до десяточки добьем или сколько-то там. Да, это долго будет, Дим. Тут за мной какой-то дурачок ходит, меня бьет. Слышь ты, отвали, щенок. Он девочку мочи. Беговую дорожку занял. Слышь, он меня выгнал с беговой дорожки, представляешь? Меня тоже, я вот сейчас убегаю от этого дурачка. Я чувствую, слышь ты, Барбосович. Он тут, короче, знаешь, тут, типа, ты школьник кончен, а тут такие большие пацаны ходят и начинают всех кошмарить. Вон там звездочки, я иду звездочки собирать, что-то они-то дают. Слышь ты, придурок. Ты драл? Дай звездочки пособирать. А я еще как рахит хожу, немножко раздражает. Но в этом и есть стимул, чтобы ты быстрее качался. Так, один XP, что она дает, XP? К уровню, скорее всего. Да. Наверное, да. Я тоже так думаю. Ну, не добавляется сила, просто уровень повышается. А уровень для чего-то нужен, по-любому. Ну, конечно. А как они пресс качают? Так, я пока стою на крысу, буду этот, гантелю тягать. Так, Серега, где? Давай встретимся, короче, я иду к тебе. Я на беговой, где качок это сейчас это пресс качает. Блин, слышь, челепиздрик, отвали от меня. Че, мочит тебя? Да, задрал, прицепился ко мне. Я пойду на штангу, Дима, короче. Надо подкачаться. Слышь, челепиздрик меня мочит, и все. Буду прямо бежать, не сворачивая. Давай. О, я тебя вижу, я за тобой иду. Давай. Сейчас подкачаюсь. Ого, а покрути мышку колесико назад, ты увидишь всю глобальность этой карты. Жесть, она просто гигантская, эта карта. Да. Так, бегу там сзади. Подкачиваемся. Ну да. Плохо, что тут такие именно гопники щимят нас. Мне какие-то алмазы дали, прикол. Да?
Так, надо мне быстрее тоже качаться. Пресс качаю, там все минокачки тут жесткие. Так, а что я не могу сесть? У меня что, закрыто? Надо на другую, скорее всего. Ого! Нет, на гантелях намного лучше дают это да? качаться, да. А ну-ка давайте, ребята. Долго, конечно же, но больше дают намного. Угу, точно. Я сейчас вот раз, два, три, четыре. Сила плюс 31, нормально. Да? Да. Не сильно, хотел сказать, так это мощно. О, да. Это мощнище, Дима. Конечно. Уже 228 у меня. Слышь, Серега, у меня уже банки появляются. Руки-базуки. Тогда. Из дрыщей в качков. Точно, посмотреть, какое мы в начале этого режима были, с самого начала. Теперь уже, ну, нормально. Еще так. На тебя лезет. Да пошел он в жопу, я буду качаться все равно. Я его сейчас побью. Давай, давай, со спины его. Фигач. Ты такой длинный, а он такой широкий. Я так понимаю, что это банки, ну, ширину добавляет нам. Блин, он меня побил. А ну, Серега, давай его еще разочек. Нафигач. Ну и ладно, ладно, вырубил. Все равно не сбрасываются уровни. Я какой был, такой остаюсь. Так что это меня особо не напрягает. Да. Так, что еще? Давайте все-таки, мне кажется, надо качаться на гантелях. Это очень выгодная тема. Так, дрыщи меня уже не трогают, потому что я не дрыщ. А ты выиграл или проиграл? Ну, он меня замочил. Я видел, как ты упал. Ребята, Серегу немножечко подвырубили. Так, давай еще иду. Задрали эти, блин, гопники вонючие. Интересно, для чего эти гемы, в чем прикол, в игре они есть, а для чего используются, непонятно. Ого, тут челик бегает, как Супермен какой-то по карте. Он очень быстрый. Прям нереально быстрый. Окей, качаемся. Давайте немножечко добьем. А как они от пола отжимаются, так и не въехал. И пресс качают. Так, таким я вижу, что у меня добавляется сила и жизни добавляются. То есть у меня все равномерно добавляется. Да ну, меня дрыщ сейчас замочит. Дрыщи тут, короче, обманчивые, Серега. Какие-то реально. Так, Бравл стартинг. Нет, не надо. Ого, тут кабаны есть. Я по сравнению с ним дрыщ. Надо бегать. Слышь, опять доколупался этот же челепиздрик, слышь ты. А я буду качаться, пусть выносит меня. Я уже до 400 себя добью. Вот задрал, тварь, а. Я тебя запомнил, будешь смотреть ролик, говно ты. Так, я иду на беговую дорожку, мне реально не хватает скорости. Немножечко, давайте звездочку соберем. А и будем побегать. Прикольный режим такой, знаешь, на расслабоне. Но очень интересно, что надо все-таки прокачиваться. В этом есть прикольчик. Побежали. Давайте немножечко еще добьем бега. 9.40 уже бега. Ну, нифига себе. Хотя бы. Ты какой-то псих. Там у челика уже, это, не знаю, там 10 бег. Или 15, а вот сейчас... А, во, 15 у челика был. Неплохо, неплохо. А у меня 9.3. Ну, долго качается. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на ТикТок, Инстаграм и смотрите мои ролики еще. А мы немножечко, Серега, еще покачаемся. Всем надо пока. Надо подкачаться.